телеграм-канале администрации Самары «Вести» с Дворянской сообщают, что самарский водитель троллейбуса Сергей Василенко стал призером. Подведены итоги 20-го всероссийского конкурса профессионального мастерства среди водителей троллейбусов. Призовой фонд составил 500 тысяч рублей. В этом году состязания впервые вышли за границы троллейбусного депо. В Омске практическая часть конкурса проводилась на Соборной площади, где не только амичи, но и гости города смогли по достоинству оценить профессионализм конкурсантов, в том числе и нашего земляка Сергея Василенко. Он уступил лишь Светлане Нечипаренко, которая представляла команду принимающей стороны. Глава администрации Ленинского района Самары Елена Бондаренко рассказывает, какие работы по благоустройству идут в районе. Проводится уборка мусора, покос травы, опиловка деревьев. Подрядчики ремонтируют заборы. На въездах во дворы частных домов установлены к чемпионату мира по футболу. Информация подкрепляется фотографиями. Руководитель управления информации и аналитики администрации Самары Елена Рыжкова в телеграм-канале сообщает, что фото, на котором изображены лебеди, побеждает в конкурсе на лучшее фото недели. Оно называется «Изящные новоселы парка на Металлурге». Напомним, там поселились 6 прекрасных птиц. В городе проходит конкурс на выбор их имен. До 12 июня свои предложения можно размещать в аккаунте администрации города, в соцсети ВКонтакте, в комментариях под соответствующим конкурсным постом. Можно использовать имена героев из фильмов и мультипликации.